Всем привет! Сегодня будем работать с этим, на первый взгляд, никчемным металлоломом, который часто валяется, как ненужный хлам, но при наличии пары часов свободного времени и базового набора инструментов можно превратить в какой-нибудь стоящий инструмент или приспособу. И сейчас мы как раз этим и займемся. Изготовлением одного, на мой взгляд, самого востребованного устройства для любой мастерской или гаража. Устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. Друзья, сразу извиняюсь за качество своих сварных швов. Отнеситесь с пониманием. Я, конечно, не профессионал и даже не любитель. Просто самоучка. Поэтому рад буду выслушать ваши советы по данному виду работы и, может быть, какие-то рекомендации. Ну и в целях сохранения качества вашего зрения и нервной системы я постараюсь минимализировать сцены сварки и ее зачистки, а буду показывать сразу готовый результат. Thank you.
Ну вот, все детали уже готовы. Остается все это дело собрать, скрутить и установить получившийся результат на столе. Замечу, друзья, что, конечно же, прочнее было бы сварить неподвижную часть тисков, но я не сделал этого по одной простой причине, чтобы в случае проворачивания резьбы в гайках можно было их заменить на новые или раздобыть и установить сюда винт от каких-нибудь старых тисков. Длина винта позволяет зажать деталь шириной до 20 сантиметров. Думаю, для моих целей этого будет достаточно. Ну и тестирование. Не будем баловаться всякой мелочевкой, а возьмем профтрубу 80 на 80 и посмотрим, на что способны эти тиски. Ну, тут все понятно. Думаю, этой мощности будет более чем достаточно. Также эти тиски имеют еще одну функцию небольшой наковальни. Конечно, не чтоб ковать корабельные цепи, но для более-менее мелких работ отлично подойдет. И напоследок еще замечу одну приятную мелочь. Это то, что ручка тисков фиксируется как посередине винта, что очень удобно для скорости вращения. Также для создания большего рычага можно зафиксировать ручку в крайнем положении и гнуть хоть подковы. На этом буду заканчивать. Кому понравилось, оценивайте. Делитесь вашими впечатлениями по данной самоделке. Мне всегда приятно видеть, что кому-то я был полезен. Всем хорошего настроения. Пока!